Очередную попытку незаконного вывоза сушеного трепанга весом почти 15 килограммов пресекли сотрудники уссурийской таможни в пункте пропуска Даб-Турирок. Это самая крупная с начала 2023 года контрабанда сушеного трепанга, обнаруженная уссурийскими таможенниками. При таможенном контроле товаров, перемещаемых туристами, прибывшими в пункт пропуска на рейсовом автобусе, таможенники обратили внимание на двух китайских граждан – мужчину и женщину. Кофта женщины не могла скрыть того, что под ней что-то тайно пытаются пронести, и даже куртка едва прикрывала выпирающий сверток. После вопроса инспектора поведение женщины заметно изменилось, она занервничала. Заволновался и спутник. Таможенники приняли решение провести таможенный досмотр. Подозрения сотрудников таможни подтвердились. Под одеждой и в личных вещах китайских граждан был обнаружен морской огурец общим весом 14 килограммов 960 граммов. Граждане КНР заявили, что товар перемещают по просьбе неизвестного им лица с целью передачи неизвестным лицам на территории Китайской Народной Республики. Товар изъят, отправлен на экспертизу. В отношении правонарушителей уссурийская таможня возбудила два дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 16.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию. Теперь нарушителям грозит штраф до двукратного размера стоимости трепанга с его конфискацией. Кроме того, сушеный трепанг является продукцией животного происхождения, подлежащей ветеринарному контролю. При его вывозе с таможенной территории ЕС необходимо предоставление разрешения Россельхознадзора на вывоз и ветеринарного сертификата. В настоящее время проводятся мероприятия по привлечению лиц к административной ответственности по статье 16.3 КоАП РФ за несоблюдение запретов и ограничений. С начала 2023 года уссурийская таможня выявила 17 случаев незаконного перемещения трепанга. Общий вес изъятого сушеного трепанга составил почти 47 килограммов.